Итак, сегодня у нас служение благодарения, поэтому если вы приготовили свое благодарение, есть за что поблагодарить, потому что я со вчерашнего дня на молитву ушел, говорю, жена, то, что у меня в сердце просто рождается, не хочу ни за какие ни нужды, ни за что не хочу молиться, вкратце помолился, а просто то, что делал, благодарил Бога. Потому что Бог на самом деле насколько чудесен и насколько, знаете, благословляет, на самом деле благословляет, и понимаю, что Господне благословение, оно печали с собой не приносит. Особенно я знаю, есть нужды, за которые мы молимся, и я даже с женой делился, говорю, одно дело видеть в духе, когда приходит откровение, потому что у нас было не то, что нужда, как можно это сформулировать? Ну, потребность, да, или как? Ну, необходимость, ну, как-то вот так вот, да. Пусть будет нужда. И в течение длительного времени мы за это молились вместе с женой. Мы молились за это. И Бог с самого начала показывал, Бог говорил. Даже в прошлом году, я помню, на острове я был, молился, сидел, размышлял и об одном думал, а потом почувствовал, как Дух Божий в мое сердце начал говорить вещи, которые я записал. И жена как раз была в поездке, я встретил, я поделился с ней этим словом, говорю, посмотри, вот какое Бог дал слово. Ну, у меня жена всегда, она, это хорошо, надо, чтобы это все как бы исполнилось. Я говорю, да и аминь. Я с ней поделился, и где-то его и потерял. Что как бы не, мне как бы не присуще, потому что, когда я говорю жене, я потерял, она так всегда так удивляет, ты потерял? А в это потерял. Поэтому были какие-то вещи, которые приходилось доставать из духа и как-то возогревать, особенно когда какой-то такой момент очень кризисный такой, может, был, как атака на веру или еще обстоятельства какие-то приходили. И Бог просто приносил такое ободрение. И буквально недавно Бог принес решение. И я, то, что я делаю, я теперь... Мое сердце полно благодарности. Кто-то говорит, ну за что же он благодарит? Не скажу. Какая разница? Да, жена говорит, какая разница? Есть за что благодарить, да? Поэтому и Бог благословляет не только вас, и пастыря благословляет, слава Господу. Большое спасибо всем тем, кто молится, потому что очень приятно слышать, особенно когда молитвенное служение. Когда молятся и поддерживают в молитве очень, да, поэтому слава Богу. Так, у нас сегодня 58-й псалм, пожалуйста, сегодня у нас чтец Неля. Начальнику хора, не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные. Не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей избегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри». Ты, Господи, Боже сил, Боже Израиля, восстань, посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит? Но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к Тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне посмотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой, расточи их силою Твоею и не зложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их – грех уст их». Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было. И да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращается вечером,
воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать, и воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Аминь. Ну кто скажет по поводу псалма? Шедевр на самом деле. Я понимаю, что кто-то, может, слушает и до конца не понимает, почему я об этом говорю. Наверное, первой мыслью я с вами поделюсь. Мы всегда, всякий раз, когда мы касаемся псалмов, мы всегда держим такую мысль. Они нас должны учить. То есть, когда мы соприкасаемся, это не просто мы читаем псалм для того, чтобы восхищаться литературным построением предложения или как певцы, то, как это спеть. Мы должны всегда смотреть на содержание, на смысл. Когда я говорю, он нас учит, вот возьмите для себя эту мысль. Чему этот псалм нас учит? Правильно мыслить. Правильно мыслить. Потому что когда мы смотрим на этот псалм, это то, что мы видим Давида, и очень хорошо, когда мы видим причину написания этого псалма. Вот это то, что я начал замечать, что большинство псалмов Давида, они были написаны в скрутных обставинах его життя. В тяжелый момент его жизни. И вот здесь этот псалм, он был написан в тот момент, когда на Давида был заговор для того, чтобы его убить. Я думаю, что было, может быть, если было больше времени, можно было бы сходить в первую книгу царств, как раз 19 главу, и почитать, что произошло в тот момент, когда Давид писал этот псалм. Что было с Давидом? Я вкратце коснусь. Давид находится в доме у царя Саула. Он находится в доме. И вот у Саула появляется проблема. В отношении Давида. Зависть, раздражение. Ну, то есть все негативные качества, которые его двигают. Не просто, знаете, как унизить человека. Знаете, вот когда у человека есть какая-то претензия, он, может, ищет какой-то повод там унизить, что-то сказать плохое, там подорвать репутацию, где-то что-то посеять, какой-то негативные какие-то вещи. Саул, он обладает властью. И то, что он делает, он положил в своем сердце убить Давида. И в этот момент есть, конечно же, люди, которые подпевают. Потому что, мне кажется, во все времена есть возле царей, людей, которые обладают властью, всегда будут люди, которые будут им подпевать. И вот точно так же и в этот момент, когда Саул выражает свое негодование и то, что он делает, он посылает своих слуг для того, чтобы они сделали засаду, окружили дом Давида и чтобы они убили. Но Давида предупредили об этом, и то, что им попалась только завернутая головешка, а не Давид. Давид ускользнул и ушел. И вот в этот момент, вот, если себя поставить на место Давида, просто представьте, поставьте себя на месте Давида, что бы с вашего сердца вышло? То есть, может, даже не стоит ставить на место Давида, вот в какой-то ситуации, критическая ситуация, на вас восстали. Пусть даже, может, не физическая угроза. Пусть, может, восстали злые языки, потому что временами у некоторых языки как острые мечи. У дьявола заточили, и у них есть служение, и они погнали своими языками. И вот, когда приходит... Давайте я возьму, не буду касаться вас, потому что ты за себя говори. Приходит в мою жизнь
приходит в мою жизнь такая ситуация. Вот я с такой ситуацией сталкиваюсь. Есть угроза, допустим, может, не моей жизни, но моей репутации, моим имени. И в этот момент я стою перед выбором. Перед каким? Думать правильно или думать неправильно? Если я думаю неправильно, мы знаем, что мои помыслы, они меня заведут туда, куда то, о чем я буду думать, то, что я буду, они меня туда, в ту сторону и заведут. Вот поэтому и говорят, какие помыслы в сердце у человека, то его и ожидает, то с ним и произойдет, да, то с ним и будет с человеком. Обычно есть движение позитивщиков, которые пытаются визуализировать, то есть ну, позитивные какие-то вещи себе представить. О, я себе представляю такую машину, и там потом ангелы, принесите мне эту машину, только, ну, да, таким вот, есть такие люди. Не всегда, конечно, может приносят, или может они за небеса, потому что временами, чтобы тебе машину принесли, ее надо, что-то надо сделать, чтобы что-то получилось, то есть. Чтобы она появилась. Ну, ладно, не о них. Пусть они себе занимаются. Если им это нравится, пусть они это делают. Но наша жизнь в большинстве, когда мы посмотрим, она складывается как раз с многих таких проблем, жизненных ситуаций, в которых мы оказываемся. Поэтому я говорю, что этот псалм, он просто шедевральный, он насколько он применимый для жизни, потому что каждый в своей жизни, он проходит через какое-то препятствие. Каждый из нас, мы приходим через какое-то препятствие. И вот когда возникает какая-то ситуация, выйдет ли с наших уст такой шедевр? Стоит некоторые, знаете, вот некоторые есть святые, есть некоторые святые, позитивные, до того момента, пока их не придавили. Пока их придавили, кроме матери, но не Божией, ничего не выходит. И вот, к сожалению, это то, что я замечаю. Кажется, человек ходит в церковь, я не знаю, с какой целью. Может, кофе попить или еще, или может на кого-то посмотреть, или может даже себя показать. Но человек не открыт для того, чтобы изменяться. Потому что когда мы говорим, ты должен изменяться, первое место, в котором мы должны изменяться, это в нашем сердце. Это касается наших помыслов. Вот почему я говорю, что этот псалм, то, чему он учит, он нас учит правильно мыслить. Он учит нас правильно мыслить. Направить в правильном направлении свои помыслы. Помыслы. Это то, что Давид делает. Первый стих и первые слова. Не погуби. Ситуация есть. Есть люди, есть те, о ком он говорит, что они окружили, они находятся вокруг него. Но он, то, что он обращается к Богу, не погуби. Золотая мысль. Он понимает, что его жизнь в руках у Господа. Это то, о чем говорил Иисус. У вас ни один волосок не упадет. Ничего с вами не случится. Не переживайте, не волнуйтесь. Вот почему сегодня верующие люди, мы должны учиться правильно думать, понимая то, что наша жизнь, она находится в руках у Господа. Особенно даже, когда это касается, может, угрозы нашего здоровья, нашей жизни, нашей репутации, потому что у некоторых стоит коснуться их... Я даже такой был, я помню. Я точно такой же человек был. Мне казалось, когда люди клевещут в мой адрес, когда что-то врут в мой адрес, это надо как-то это все без... остановить. Все, я и шел. Я даже вспоминаю до моего прихода ко Христу, когда люди что-то в отношении как-то врали, я и шел на крайние меры. То есть мне справедливость должна восторжествовать, правда должна восторжествовать, все должно быть это. То потом время пришло, особенно когда я начал следовать за Господом, я увидел, что таких людей, такие люди начали умножаться. Если такие провокации в мой адрес были изредка, то потом, когда ты идешь за Христом, особенно когда ты посвящаешь себя на служение Богу, когда ты знаешь, что ты уже призван, вот здесь
начинается. Вот здесь весна у всех змеев и гадюк. Они просыпаются, они выползают, и они начинают исправно трудиться, исполняя то призвание, которое они чувствуют, они призваны. В кавычках. И вот смотрите, где проблема у Давида происходит? В среде израильского народа. Израильский народ, я могу сегодня привести такую параллель, это как образ церкви. Давид как пастырь. Вернее, Саул как пастырь, царь как пастырь, который должен заботиться. И вот как раз проблема в том, что притеснения выходят в адрес Давида со стороны Саула. Человек, которого Бог поставил, который, может, даже знает Бога и даже ходит на богослужение. Временами, когда мы в такие ситуации попадаем, даже внутри, находясь внутри церкви, нам кажется... какое-то притеснение, несправедливо, в наш адрес. Мы все, мы уже остановка жизни, все, это не то, все, я готов менять локацию, я готов менять все, не понимая того, что то, что должно произойти, сердце наше, оно должно начать правильно мыслить. Первое, начать видеть, что Бог есть наша защита. Что Бог в этой ситуации, как Давид говорит, Господь, подвинься. Подвинься, да, Неля? Подвинься. Какой стих? 6 или 7? Двинься. То есть понимая то, что Бог за него. Вот я как-то на одном служении сказал, это то, в чем мы всегда должны утверждаться и возрастать. В понимании того, что Бог за меня, не против. За меня, не против. Потому что даже в этой ситуации, которая происходит, допустим, с Давидом, притеснение на его жизнь приходит. Реакция может быть разная. Можно даже дойти до того, ну если это в мою жизнь пришло, значит Бог против меня. И некоторые так и поступают. Как только какая-то ситуация происходит, они сразу ручки опускают, все, смиряются. Но если это произошло, значит, Бог против меня. Саул был против него, но не Бог был против него. Потому что у Саула была проблема. У Саула была проблема. Точно так же и сегодня, и в Доме Божьем, у нас, или, может, где-то, точно так же могут быть проблемы. Точно так же могут быть проблемы. Вот почему важно научиться мыслить правильно. Давид все отдает в руки Божьи. И суды в руки Божьи. Почему он говорит, пусть там то-то произойдет. Не он берет на себя миссию, потому что некоторые берут на себя эту миссию совершить это правосудие, любым способом совершить это правосудие, как-то разнести это все в кого-то в пух и в прах. Послушайте, вот то, чему необходимо учиться. Отдавать правосудие в руки Бога. В руки Бога. Что Давид совершил плохое? Что он переживает, что все КГБ Саула, верные воины, прибежали к Давиду. Что он совершил плохое? Ничего. Но зло пришло в его жизнь. Зло пришло в его жизнь. Вот точно так же и в нашу жизнь. Не обязательно что-то сделать плохое. Не обязательно, чтобы пришло какое-то зло. Зло, оно имеет способность ходить. И почему-то оно всегда любит приходить к праведным. Но то, что да, даже не заслужено. Даже не заслуженно. Кто пережил в своей жизни хотя бы раз на своей жизни какую-то клевету? Да большинство. Некоторые стесняются руку поднять. Большинство из нас мы пережили в своей жизни какие-то нападки. Но почему сегодня мы здесь? По одной только причине. Была возможность начать правильно думать, довериться, уцепиться за Бога. Эта ситуация, которая произошла с Давидом, он же мог бы поступить вообще, отвернуться от Бога. Потому что Библия, она полна примеров,
Особенно, если взять, допустим, израильский народ, который вышел из Египта. Она полна примеров. Сложность какая-то пришла. То, что они делают, они сразу отворачиваются от Бога. Они начинают негодовать на Него. Это пример как раз людей, которые думают абсолютно неправильно. Они считают, что Бог против них. Поэтому они выставляют все претензии Богу, не понимая то, что через это необходимо пройти для того, чтобы стать победителем. Необходимо пройти. Давид, он выбирает для себя правильное направление для своей души. Правильно мыслить. Уповать на Бога в своей ситуации. Потом говорит, не погуби. Не погуби в этой ситуации. Не погуби. Вот точно так же и в нашей жизни мы должны принять это решение. Чтобы не просто мы слушали, читали эти псалмы, должны принять это решение. Научиться правильно думать. Научиться правильно думать о себе, о Боге. Особенно в сложных ситуациях, в сложных проблемах. Даже проанализируйте свою жизнь. Моменты, когда с чем-то сталкивались. Проанализируйте, посмотрите, к чему был падки в тот момент, когда какая-то ситуация произошла против вас. О чем в этот момент начали думать? Куда покатились? Куда покатились? В своих помыслах. Проанализируйте. Может, есть необходимость даже покаяться, как Господь, прости, каюсь, дай благодать, дай мне способность, дай мне видеть, чтобы смотреть правильно на Тебя, на свою жизнь, чтобы мое упование, оно возлагалось на Тебя, чтобы в таких ситуациях я не наполнялся ропотом, а наоборот, с моей жизни, с моего сердца тоже вышел этот псалм благодарности и упования на Тебя. Чтобы поднять, вот как Давид поднял этот флаг в этой ситуации. Вообще ужасная ситуация. Когда ты смотришь на Давида, человек, который пережил отвержение в своем доме, в своей семье. Это то, что многие несут это по своей жизни. И, ой, я в детстве, меня не любили, у меня бабушка такая, на форточке каталась. То есть на меня учителя такое плевали, говорили, я такой всякой. И мне последнему в тарелку кашу ложили. То есть море таких, вот я такая жертва, я не знаю вообще, как я живу. Вот Давид, он точно так же прошел через такие вещи. Потому что когда я смотрю на его жизнь, на жизнь Давида, когда Самуил, вот очень ярко, знаете, вот, ну, вкрапление жизни описано Давида. Когда Самуил пришел в дом Иессея, отца Давида, помазывать. Всех подводят, все в доме, все в семье. Всех батько попереставляв. И такое впечатление, вроде Давида нет. То есть само отношение. Само отношение. Говорит, есть еще. Там где-то овец пасет. Говорит, кушать не сядем, пока не приведете. И я понимаю, потому что особенно, когда ты хочешь кушать и долго, и ты понимаешь, как за Давидом понеслись, как его привели, все, Машк, Елеем помазали, все. Главное, чтобы только теперь покушать. И дальше ты смотришь в ситуацию, даже когда он пришел сражаться с Голиафом. Как братья, вот как родственники реагируют на поступок Давида. Вышел. Кто тут? Эти 40 дней тут сидят. Хорошо сидят. Ждут. И тут приходит Давид. Я сражусь. Хватит позорить имя Господне. И как братья реагируют? Да ты выскочка, так что ты приперся? Что ты себе о себе думаешь? Что ты себе обо мне возобнил? То есть даже в этой ситуации. Потому что могли бы, знаете, как подталкивать. О, хорошо, Давид, что ты пришел, иди, иди. Да, да, уже пора тебе, пора. А тут насколько вот внутри копоть, что даже в такие моменты не слова какие-то ободрения, потому что можно по-разному ободрять. Знаете, есть такое, да, да, давай, 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 благословляем, иди, 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 чтобы больше ты сюда не возвращался, иди, 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 конечно. Иди, ты рубль 50, а то 3 метра, у тебя ничего. Стряпку взял, 5 камней пошел на... Да, давай, давай, давай. То есть
по-разному поощряет. А эти наоборот, да, еще и подсыпают. И вот в этом состоянии человек насколько является сегодня примером. Он не где-то там ошивался у психолога. Исповедовался перед психологом. Я жертва. Да не переживай. По Фрейду у тебя или там по, еще пока у тебя будущее. Нет. Он держался за Бога. Вот поэтому самый лучший реабилитолог — это Бог. И я понимаю, я говорю, это не просто какая-то фраза, это не просто какая-то энергия, это понимание. Вот слово, когда оно дает нам понимание, каким образом думать о себе, о Боге в ситуации. Вот здесь рождаются псалмы, вот здесь рождаются воины Христова. Здесь рождаются сильные в Господе. Это то, чему мы должны научать и своих детей. То, в чем мы их должны наставлять. Учить уповать на Господа. Учить правильно думать о себе через призму Слова Божьего. Особенно, когда приходят какие-то сложные, тяжелые моменты в жизнь. Научите уповать. Послушай, уповай, доверяй. Доверяй Богу. Открывать эти псалмы и показывать. Послушай, Давид еще в худшей ситуации был. Но он уповал на Бога. Бог его избавил. Дети, враги, которые, знаете, вот мерзкие, потому что вот мне всегда, вот, когда мерзкий царь, его окружает мерзкое окружение, вот эти люди как-то, они вдвойне мерзкие. Те, кто побежали безвинного, без... человека без, ну, безгрешного, без, не сделал никакого зла. Они побежали, его дом окружили. Все, будем убивать, будем уничтожать. Все, не должен жить. И вот то, в чем Давид жил, вот посмотрите на Давида. Через что он прошел? В чем находилась его душа? Но он как кормчий своей души, как капитан своей души, он направил ее к Господу. Поэтому этот шедевр, он и вышел. Под его пера золотые слова «не погуби». Теперь, если мы прочитаем этот псалм, вот 58-й псалм, мы сейчас прочитаем, я уверен, что ваши глаза немножко по-другому начнут смотреть даже на эти слова. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой, Боже мой». Его уверенность в том, что у него есть Бог. Это то, что сегодня народу Божьему точно так же есть необходимость иметь эту уверенность в нем. У меня есть Бог. Это не просто какой-то истуканчик. Это не просто какой-то хрестик я одел на свою шею, и он меня защитит. Или 90-й псалом куда-то подшил или за щеку заложил. И все, меня... Послушай, нет, есть живой Бог. Есть живой Бог. Избавь меня от врагов моих, Боже мой. Защити меня от восстающих на меня. И здесь то, что он показывает, свое упование на него, на Бога. Человек, потому что мог бы, знаете, как даже эта басота, которая пришла, его дом окружила. Вспомнить старый подвиг, как Голиафа завалил. Ух, красиво было. И здесь тоже выйти, полагаясь на свою плоть, на свои старые какие-то заслуги, на свой старый какой-то опыт, выйти и этим по камню в лоб каждому раздать. И, фу, слава Богу. Нет, он в этой ситуации, он возлагает свое упование на Бога. Вот точно так же, как и на Голиафа и шел. Никого не было, один только Саул поддержал, дал одежду. Дай Бог, может, тут одилка глянули, то есть карабас-барабас. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные. Не за преступление мое и не за грехи мой Господь. Вот здесь, насколько он открыт, вот такое впечатление, вроде он сидит перед Богом, и он ему рассказывает. Знаете, вот понимаешь, когда, кто, знаете, многие люди прошли через свои жизненные какие-то проблемы, отверженность, то. Они, то, что с ними происходит, они больше замыкаются на себе, они закрываются. Меня никто не любит, я никому не нужен. То есть, то.
А вот здесь то, что с ним происходит, он насколько открыт, он ему все, изливает свою душу, показывая, я уповаю на тебя. Но неужели всемогущий Бог пройдет мимо искреннего сердца? Никогда. Никогда. Вот это то, чему и мы должны учиться, быть искренними с нашим Господом, быть искренним в своих молитвах, в своем хождении, в каждом дне, быть искренним. Где бы какая ситуация ни произошла, будь искренним. Что не всегда может в нашу жизнь кто-то приходит и нас наставляет. Ну-ну-ну-ну. О, нет, Господи, сокруши там. Ну, давай. Послушай, будь мудрым. Временами, может, есть необходимость услышать обличение. Потому что некоторые, когда услышат обличение в свой адрес, все, меняя локацию, побежал где-то в какое-то другое место. Беги, 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 беги. Бегай, бегай, бегай. Надоест бегать, найдешь потом Господа. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань, посети все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. То, что он делает, он отдает. Вот почему и Новый Завет нас призывает. Отдай все Богу, у него отмщение. Он знает, как поступить, он знает, как распорядиться. Чтоб мы в этом не жили, чтоб мы в этом не находили. Наше дело – хранить внутри своего сердца этот божественный мир, эту любовь, чтобы беззаконие, о которое Иисус на Елеонской горе предупреждал, что беззаконие в последнее время будет достигать высшей точки. И самая большая проблема, которую я вижу, у многих охладеет любовь. На мой взгляд, это колоссальная проблема, когда люди перестают быть теми, верующие люди, теми, кого Бог желает видеть в их лице. Перестают охладевает любовь. Они перестают способны любить, быть благословением, дальше служить. Сколько сегодня людей, которые остановились, приткнулись в своем следовании за Господом, в своем служении. По той только причине. С ними неправильно поступили. Ну мы же этого не заслужили. Я же этого не заслужил. И они вывесили флаг, как в старые времена в те коммунисты. Слава труду. Они вывешивают, я жертва несправедливости против меня. Вот, все, не подходите, я ничего не буду делать. Я не буду дальше служить. Все, я оставляю этим флагом. Останавливаются. Любовь охладевает. Они становятся бесполезными, послушайте, для Бога и для ближних своего. Потому что полезны мы тогда, когда внутри у нас есть любовь, которая движет нами служить, быть благословением для кого-то, простирать руку кому-то помощи, кого-то поддерживать. Тогда мы полезны, а так мы бесполезны. Бесполезны. Я до сих пор, я очень часто возвращаюсь вообще к теме самой любви. Самой любви. Потому что я в моей жизни, я могу сказать, у меня есть откровение любви, но я понимаю, что это как Бог дает это понимание дозировано. Дозировано. Меня привлекла любовь к Богу. Его любовь меня привлекла к Нему. Он меня привлек своей любовью. Потому что в 20 с чем-то лет то, что я пережил, вот, ну, потеря какой-то интереса к жизни. И то, что Бог, Он привлек своей любовью. Потому что я понимаю, страхом бы меня сложно было бы или сильно надо было так напугать. Но любовь, то, что она сделала, она меня пленила. Вот поэтому выстоять, святые, выстоять, несмотря ни на что. Где бы мы ни переживали в своей жизни какие-то несправедливости в наш адрес, в семье, на работе, в церкви даже. И здесь будут происходить какие-то вещи. Будут происходить вещи. Выстоять, выстоять и сохранить ту любовь, которую Духом Святым излилась в нашей жизни для того, чтобы она не охладела, чтобы мы не потеряли интерес. Почему? Потому что жизнь, она становится религиозной, она становится пресной, она становится неинтересной в тот момент, когда любовь внутри нас охладевает. Мы становимся циниками, мы наполняемся сарказмом, мы наполняемся неверием, мы наполняемся ропотом. Вот почему атмосфера любви – это как та закваска, которая хранит нас в
том, что мы в состоянии любить Бога, мы в состоянии любить ближнего, мы в состоянии служить Ему, не просто выйти петь или еще что-то носить, служить Ему во всякое время и во всяком месте, чтобы с нас добрые дела мы не выдавливали, я извиняюсь, а чтобы они с нас просто выходили, чтобы это было наше естество. Вот наше естество. Вот это как норма. Что это не так, ты смотивирован. Если ты будешь любить, если ты будешь служить, все, благословлю в хлеб и воду. И ты начинаешь служить, не понимая, что сама суть-то утеряна. Ты начинаешь свирепо я сеять. Потому что если ты посеешь, ты пожнешь во 100, в 1000 раз. О, да, я умею умножить на 100, я умею умножить на 1000. Я так тебя, Господи, испытаю, я тебя в такие тиски загоню, что ты такими суммами. Но вопрос в том, что в сердце-то нету то, что должно быть. Потому что даже давая свою десятину или свое пожертвование, я даю, потому что мое сердце, оно любит его. Господи, я благодарен, потому что это рождается на благодарности. Основание этому – любовь. Спасибо тебе за то, что я могу дать. Кто я? Кто я такой? Кто я такой? Откуда ты меня достал? Каждого со своего колодца достал. Каждого со своей он достал. Не потому, что я заслужил, что у меня нос курносый. Или прическа, я коротко стрижен, но у меня ой, какой лысенький, ой. Хорош. Да нет. Не внешний мой вид. И мое, или мое расстроенное лицо. В его. Да, вот почему я размышляю, я его любовь не понимаю. То есть если мы, я говорю, ты понимаешь? Я понимаю. Но когда касается какой-то ситуации, что ты меня сюда? Я не понимаю. А за что меня можно любить? Не, ну я понимаю, может кто-то скажет, но меня-то можно любить? Я-то такой. Школу с золотой медалью окончил. Из института не выгнали, да? То есть люди могут находить, но потом... Ты понимаешь? Поэтому давайте поднимемся, будем благодарить нашего Господа. Есть за что благодарить. 10 стих. Сила у них, да, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой. Сила у них. Давид смотрит, и он дает оценку. Временами сила есть у беззаконных. И у них временами еще намного, у них много этой силы. Я сегодня с одним человеком, который работает здесь, в этом здании, в администрации встретил, говорит, ну, мы начали разговаривать, говорит, такие проблемы со зданием, особенно власть, цена, это все, вечно идут какие-то притеснения. Я говорю, я понимаю, почему? У них есть сила. У них есть сила. Но вопрос в том, а мы прибегаем к тому, у кого больше силы. Тот, кто распоряжается чем-то даже дыханием. Кто может прикрутить, закрутить. Кто может убавить или наоборот прибавить. Для того, чтобы мы еще больше к нему прилипли. Что временами, когда все хорошо, где-то и ветер в другую сторону. Ой, да, как хорошо. А когда джунг, ты смотришь, у некоторых, чтобы оторвать от телевизора, надо дома какую-то жин-жин-жин-жин-жин. Жена как с этим. На служение. Побежал. Чего, Господи? Чего она до сих пор еще не покаялась? Так ты ж потом на футбол присядешь. Тебя ж потом от телевизора не оторвешь. А так, и ты начинаешь познавать уровни молитв, молитва, моление, ходатайство. На каком уровне? Уже на третьем. Аллилуйя. Скажи, потом через день скажи, спасибо тебе, моя дорогая жена. Откуда ты знаешь, женщина, не спасет ли мужа? Спасет временами, даже в служение заведет. Аллилуйя. На молитвенное. Шучу, преклоним головы. Господи. Аллилуйя. Не-не-не-не-не. Вы ж только не придите и не скажите, что пастырь словознание получил.
что ты у меня пилорама. В любом, называйте любимой, открывайте эту книгу, песню песней. Тоже газелью не называйте. Ну, найдите какие-то слова нежные, ласковые. Аллилуйя, скажи спасибо тебе, дорогая. Если б не ты, где был бы я? А так я уже на третий уровень ходатайственной молитвы попал. Спасибо тебе, дорогая. Отец, мы благодарим тебя за слово твое, за то, что ты имеешь благодать научать нас. Спасибо тебе. Спасибо за то, что ты говоришь нам. Благодарим тебя, наш Царь, наш Бог, Владыка неба и земли. Мы склоняемся сегодня перед тобой. Мы благодарим тебя за жизнь, которую ты даровал нам. Спасибо за свет, в который ты поместил нас. В твоем свете мы можем видеть свет. И я молюсь сегодня, Отец, я молюсь к тебе, и я благодарю тебя за то, что сила твоя, она сегодня в тебе и с твоей церковью, Господь. Пусть сегодня могущество твое, оно приносит свободу. Пусть всякий дух немощи, болезни сегодня оставляет, Господь. Ты воскресший. Мы стоим сегодня перед твоим крестом, в котором есть сила для нас, для спасаемых. Может, для кого-то твой крест – это юродство, но для нас это сила, Господь. И мы сегодня желаем обновляться в тебе. Благослови, простри сегодня свой перст к нам, Господь. Благослови, благослови сегодняшнее собрание во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя.